Итак, короче, мы сейчас снимаем челлендж под названием лонгшоты. По 5 ударов у каждого. Здесь типа игра сама за себя. Поэтому также будут девочки стоять против мальчиков на воротах. Почти было близко. Что-то грязный гол. Да нормально. Левая не твой конек. Не, не пристрелялся. Ну. Итак, четвертый. В очко. Ну, девочки, в очко это то же самое, что... Мася, мы не в кроссбар играем. Итак, сколько ты забил? Я просто ударил. Нет, поверни телефон. Юля, ты глупая, нет? Да. Первый удар. Готова? Готова? Спокойно. С носочка. Как учил. Не знаю, кто там часто с носочка бил. Никто. Ага. Второй. Третий, да. Да попробуем профессиональный. Профессиональный не получается. Тебе вокруг бара. Надо было перевернуть вратаря. Так, это уже даже давай, там. Пятый. А вот это красиво! 4 из 5, причем один кросс-бар. Итак, сейчас, короче, у нас посмотрим, будут ли бить девочки с такой дистанции, так что поехали. Подожди, Полин, говори что-нибудь на камеру для эпичности. Подожди. Говори, пока он хрюкается, чтобы на заднем плане. Ну, говори что-нибудь. Сейчас я забью Максиму. Самоуверенная Полина. Сейчас я забью Максиму. И бежит она за мячом. Хорошо. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Дун-дун-дун. Ду-ду-ду-ду. Хоп. Только девочек умеет обыгрывать. Уи. Это акция протеста. Полин не забивает второй. Третий удар. Учитесь вратарскому мастерству. Номер будет в описании. Итак, твои удары. За аниме. Я и говорю, даже повороты мне это. Не бум-бум. Лайфхак, как не пропустить. Ладно, я специально мимо бью. Ну, Юля, блин, ты зачем? Тебе поворотом бить надо. Повиси хоть. Вот это сэй. Два, три. Ей тоже один. Ну, я и говорю, там хоть чуть-чуть пропустить питание. Итак, короче, если вам понравилось это видео, пишите этот комментарий, ставьте лайк. Ссылка на группу ВКонтакте в описании. Также наши все ссылки, моя, Максима, Юли и Полины. До новых встреч, с вами был Андрей Хорев и Максим Мельников. Всем пока. Мою ссылку не добавляйте. Скажи.
Почему? Твои ссылки там это не отображаются. Они не защищены.